блин. Я говорил, надо было хотя бы один патрон для себя оставить. Ты идиот, а! Ну как ты с метром в него не попала? А еще лейтенант полиции называется. Ты ж говорил, белку в глаз бьешь. Товарищ полковник, так я ж не про охоту, я про задержание говорил. Мы как раз этого в костюме белки, аниматора, прямо на детском утреннике словили и как в глаз ему, на! Егерь твой мудак, как и ты. А чего это он мой? А кто говорил, это будет лучшая охота в твоей жизни? Мы кабанчика на вас пригоним, он добрый. А тут медведь, голодный. Как ты в эту жирную тушу с метра не попал? Да как же, я ж по инструкции, по уставу, два предупредительных воздух сделал. А у меня ж двухстволка. А чего это вы, кстати, в него не попали, а? Знаешь что? Что? Во-первых, я ружье сразу потерял, как только его увидел. А во-вторых, я полковник. Я могу только приказы раздавать. А, так вот и прикажите ему, чтобы он ушел. А, ну конечно. Слышь, ты, косолапый, я, между прочим, полковник полиции. Меня НАБУ не съела, СБУ не съела. И ты, махнорылый тупарь, не сожрешь. Как ты себе это представляешь, да? Вы этот, товарищ полковник, не дразните его. Это все-таки медведь, не СБУ. Откупиться не получится. Типун тебе на язык. Ну, подождите. На! Видали, почти в голову попал. Вот ты что думаешь? Вот медведь читать умеет? Сейчас прочитает, что тут наверху стоит полковник полиции, и жрать меня не станет, да? Не, ну это... Косолапый! Ну ладно, просто сожрать. Унижать-то зачем? Да ладно, ничего страшного. Высохнет. Главное, чтобы он на него не навалил. Ты... Ты нахрена ему подсказываешь? Вы что, с ним заодно? Да я первый раз его вижу, товарищ полковник. Да я тебе говорил. Вот всем отделом надо было на охоту ехать. Да как бы мы всем отделом тут на вышке уместились-то? Ну, 100% сожрет нас. Весной они голодные. Да то, что голодные, то еще бог с ним. У них же брачный период в это время. Серьезно? Да. Лейтенант, у меня к тебе просьба будет. Если до этого дело дойдет, ты, пожалуйста, в отделе всем скажи, что это я его, а не он меня. Ага. А я тебя за это в звании повышу. Слышите, товарищ полковник, а может он просто на нас посмотреть пришел? Ну, поглазеет и уйдет. В смысле? Ну, медведь-то для нас в диковинку. А для него менты в диковинку. Глянет и уйдет. Что ты несешь? Ну, вы помните, как мы с лейтенантом Гашенко немножко выпили на день МВД, и вы нас закрыли в клетке. И потом еще билеты всем продавали, мол, в зоопарк, чтобы на нас поглазели. Еще рычать нас так заставляли. Да я просто тогда сам перебрал. Понимаю. О! Ты нафига это делаешь? Ты зачем ему напоминаешь, что еда наверху? Так это ж манок на лося. Сейчас лось прибежит, он на него отвлечется, и все, и мы слезем. Ага. А давай мы внимание медведя переключим на оленя. А давайте. Который все патроны растранжирил. Вы не можете меня сниму сбросить, товарищ полковник. Вы ж без меня не протянете. Вы что, забыли, кто вас все время домой пьяного ведет? Да помню, помню. Олень один, ну, который да. Все патроны растранжирил. Ну, блин. А уже и в туалет хочется, знаете, как-то.
Так ты это, лейтенант. Что? Как в школе, помнишь? Руку подними. Ага. Скажи, Михаил Потапыч, а можно я пописать выйду? А, может, тебя отпустит? Балбес. А вы, кстати, в туалет не хотите? А я, кстати, в туалет сходил уже, когда только его увидел. Чё ты делаешь? Чё ты бинокль другой стороной взял? А так медведь меньше кажется и не так сильно в туалет хочется. Борис лейтенант, это лапу сосёт. Сейчас, может, насосётся и опять в спячку ляжет. Не, поверь мне, опытному охотнику, это он так слюну разгоняет. Ну точно, хана нам. Ё-моё! Что? Да что я туплю-то, а? Что? Да, у меня ж телефон есть! Класс! Телефон! Да. На! Виталий почти в голову попал. Ты идиот? Что? Да можно было спасателям позвонить! Точно! Слышь, косолапый! Набери спасателей! Пожалуйста. Ты дал же бог подчиненного! Твой телефон где? Так, какой дурак с собой телефон на охоту берет? Не, я не в этом смысле. Я просто свой тоже выкинул. О, да. Молодец. Да. А лучше бы ты еще ключи от квартиры выкинул. А, я так и сделал. Я и ключи кинул, и корочку свою, и пистолет табельный. Ну, чтобы легче бежать было. Водку-то, надеюсь, не выкинул? Да, вот. Водку, точно. Вот она, родимая. Эх! Куда ты? Ты в него с ружья с метра не попал. Думаешь, фляга в него попадешь? Ты гранатой в него не попадешь. Да ну, не перегибайте. Не перегибайте. А зачем вам водка сейчас? А что, на сухую-то помирать? На сухую? Ё-моё! У меня с собой презервативы есть. О! Что-то я не понял. А чё? Они ж с ягодным вкусом. Я ему сейчас брошу, он их пожует, аппетит перебьет и убежит. Я говорю, что-то я не понял. Нахрена ты, идя на охоту с мужиком, с собой презервативы взял? А? Так бросать или не бросать? Не надо провоцировать. Сейчас брачный период. А вот мне они пригодятся. Дай бог мы с тобой отсюда выберемся. Я тебя, лейтенант, в звании унижать буду. Блин, да что ж за день сегодня такой вообще? С утра все не заладилось. На машине, значит, колесо пробил. Черное окошко дорогу перебежало мне. Бабка с пустым ведром дорогу переползла. И в гороскопе написано, что, мол, неудачный день. А может, я сейчас в него ружьем кину? Куда ты? Что? С твоим сегодняшним фартом он ружье подберет, патроны где-нибудь найдет и пристрелит тебя. Чего меня сразу? А кого еще? Так, лейтенант, надо что-то делать. Ага. А у меня классная идея. Так. Слезай первый. А чего это я? Давайте вы. Вы больше похожи на того, кто ел из его миски. Ну все, теперь нам точно конец. Да? Ага. Ну, раз конец нам, тогда я хотел бы признаться вам, товарищ полковник, я не всегда был честный с вами. Помните, вы когда-то нам сказали с лейтенантом Гашенко уничтожить партию конфискованных наркотиков? Ну? Мы их уничтожили. Именно поэтому мы 10 дней... на работу не ходили. А, понятно. В смысле? А... Вы что? Вы что, вдвоем скурили 150 килограмм марихуаны? Да нет, вы что? Конечно же нет. Мы дежурного угостили. Теперь понятно, почему 10 дней никто до полиции дозвониться не мог. Но это еще не все. Помните, у вас из-под подъезда машину угнали? Ну... Да. Так вот, мы, когда с лейтенантом Гашенко все наркотики уничтожили,
мы решили покататься. Но мы далеко не уехали. Мы сразу в дерево. Шмяк! Все, машина вдребезги, ремонту не подлежит. И мы решили ее сжечь. А потом утопить. Но вы не переживайте так. Виновные пойманы и наказаны. Все. Да. Ладно. Ну, молодцы. Признавайся, а? Что? Вы что, меня вдвоем развести хотели? Это что, в костюме медведя лейтенант Гашенко? Да нет, конечно, вы что? Какой это лейтенант Гашенко? Лейтенант Гашенко в больнице сейчас. Он, оказывается, ни плавать, ни гореть не умеет. Но это не главное. Главное, это дочка ваша. Что с моей дочерью? Ну так она ж... беременна. Так это я знаю. И собирается выйти замуж за состоятельного бизнесмена. А вот этот вот бизнесмен, это я. Да. Нет, лейтенант. Да. Папа. Стоять. Да я тебя за это пристрелю. А тут патронов нету. Ничего, раз в год и палка стреляет. Вот то же самое я вашей дочке сказал, когда она тест принесла. Ах ты сволочь, а! Ах ты гадина! Да я тебя все равно пристрелю! Прыгай давай! Ну вы же не оставите ребенка без отца. А не факт, что это твой ребенок. Я видел твою меткость. И когда ты мне хотел об этом рассказать? Ну, думал, сразу после охоты. Ну, мол, вы поохотитесь, выпьете, расслабитесь... без ружья будете. А тут как раз самый момент. Вы уже выпили, расслабились, когда от медведя убегали. И ружья у вас нету. Ты... вот. Ты что сделал? А чё? Ты уже патроны и найдет и пристрелит тебя. Да что вы такое говорите? Это ж медведь. Ну, там же соображалки нет вообще. Ага. Он даже его это взвести не сможет. А, ну да, да. Да. Но патронов-то у него нету, правильно? Где он их возьмет? А, ну да, да, да. Но с предохранителя-то он точно не снимет. Хватит ему подсказывать! Ты что? Мишка, косолапенький, пожалуйста, я тебя очень прошу, если ты нас отпустишь, я клянусь, никогда больше в жизни не буду взяток брать, даже в долларах. Продолжайте, продолжайте, Витя опускает, говорите. Сам продолжай, я уже, можно сказать, от самого святого в жизни отрекся. Может, мне такая жизнь уже и нахрен не нужна. Ай, правильно, нахрен вам такая жизнь. Прыгайте! Сам прыгай давай! Все! Прощай! Несостоявшийся зять! Прощайте! Несостоявшийся тесть! Сашка! Товарищ полковник! Сашка! Товарищ полковник! О! Михаил Потапыч, ну что ты так рано проснулся? Тебе же еще месяц спать можно было. Вылез из берлоги, да, ружишка? Давай, давай в берложку обратно. Какой ты у меня непослушный. Ой, Сашка, прощай. Слышь, голубки, хорош целоваться. Это что с нами, Бог говорит? Ну, вообще, я егерь. Хотя все меня тут называют... царь и бог в этом лесу. Слезайте давайте. Ну все, Сашка, мы спасены, слезай давай. Я бы на вашем месте не торопился. Неизвестно вообще, что у него на уме. А вдруг он с медведем заодно? Мы спустимся, он медведя позовет и нам... Ты что, совсем больной, а? Я не знаю, как ты, я лично спускаюсь. Я могу и назад его позвать. Не-не-не-не-не, не надо. Спасибо.
Все. Как вы сюда забрели, скажите Хорошо. Меня, в этот 45-й квадрат? Мы вас в 54-м ждем, а вы здесь. Лейтенант, я что-то ничего не понял. А что, я 4 и 5 запомнил, а в каком порядке нет? Вообще, запоминать это ваша задача, товарищ полковник. Я, ты же... Ну что мы, на кабана-то будем охотиться? Не-не-не-не. Мы на медведя уже поохотились, нам бы вещи посушить. Да? Я понимаю, лучше, ну что, кабан не так опасен. Да и Саньку-то я отходя от медведя, хоть от кабана отобью. Я же не хочу себя без зятя оставить, а дочку без жениха. Что-то я не понял. А что ты не понимать? Обрюхатил мою дочурку. Ах, хулиган. Ах. Теперь жениться надо. Ах. Сейчас и поедем как раз. Твою тоже, да, обрюхатил? Да. Это, на секундочку, можно? Что? Слышь, ты сволочь. Товарищ полковник. Собак всех спускай, медведя обратно давай, дрессированного крокодила, скунсов, всех давай. Ах ты сволочь! Да я тебя сейчас... Да я тебя сейчас... Стой! Стоять! Да я тебя сейчас...